В детском лагере Артек растет старинное дерево. По легенде, оно наделено волшебной силой и способно исполнять самые сокровенные желания. А вот это вот все откуда? Не знаю, maybe флешмоб в советском стиле. Какой сейчас год? Год юбилея комсомола. Стоять! Вы из какого отряда, а? Или Б? Папа был в Артеке в это время. Так и наши родители в Артеке познакомились. Мой папа тоже тут. Побежали их искать. Рома, я же о тебе беспокоюсь. Меня и так из-за тебя всем маменькиным сынком драли. Вы потомственные строители? Или ты собираешься вот эти вот на жизнь зарабатывать? Вали из моей комнаты. В семье обычные люди общаются. А ты что думал? Они нас в Артек отправляют. Разведутся по-тихому, чтоб мы не мешались. Кто в итоге загадал в прошлое попасть? Но чтобы вернуться в будущее, дети должны помочь своим родителям. Злот деревенский! Нашлась тут фифа городская! Походу наша. У тебя талант. А чё ты на YouTube не зальёшь? Чем зальёшь? Не успеем завтра, навсегда в прошлом застрянем. В лагере есть проблемы? Только одна. Рыжая и наглая. А может быть другая, тощая и вредная? Привет, дедуль. В смысле, здравствуйте, Ярослав Игоревич. Я сюда сына не для того привез, чтобы он всякой ерундой занимался. У тебя жвачка есть. Мне бы времени побольше, я бы тут у вас поднялся. В этом году. Игорек, просыпайся. Мухомор пионеру не друг. Сейчас в интернете тебя найду, хэштегом помечу, фолловеров натравлю, будешь во втопе пожизненно. Тебе это надо? Точно шпион с шифрами разговаривает. А что бы сделал ты, если бы встретил своих родителей, когда им было по 10 лет? Артек. Большое путешествие. Поборемся? Легко. Мама!